В какой-то момент Андрей сказал, что я больше не фотографирую. Хотя, на самом деле, конечно, он фотографировал, но он перестал выставляться. И вот из-за этого случая, из-за того, что он перестал выставлять свои работы, получилось так, что его не очень хорошо, а может быть, где-то и плохо знают. А это неправильно, потому что он фотограф очень хороший. Мы очень рады возможности вспомнить нашего любимого друга Андрея Ивановича Баскакова, который создал Союз фотохудожников и его возглавлял замечательно очень много лет в Москве. Спасибо всем, кто помог нам и кто нам предоставил материалы и участвовал в организации этой выставки.